Всем здрасте. На этот раз у нас ближайший выезд подмосковный. Что-то там у всех пипикает. Приехали в то место, где последний раз здесь в Подмосковье кошель чешуи нашли, еще когда снег лежал. Все собирались, но только вот месяц уже, наверное, прошел, только выбрались сюда. Сейчас пойдем в том направлении. Ну, вот за мою спину туда, вот там треугольник этих дорог находился. Начинался старый-старый лес. Мы до него тогда не дошли, мы походили здесь полчаса буквально. Вот. Конечно, красота, погода хорошая, солнышко светит, птички поют. Все замечательно, комаров полно. Клещей пока не видели. Ну, думаю, есть, если будут, я скажу. Вот, что еще сказать? А что сказать? Лучше показать. Так, одни из первых сигналов. Ну да, лезвие ножика. И запоночка вот такая сломалась в руках с камушком. Пока ничего дельного не нашли. Кто? Пробка? Дошли до места. Вон там, возле березы, чешую поднимали по снегу. Но там сейчас больше ничего нет, проверили. Пока сигналов таких, что-то пока не очень. Дядя Дима, что-то он под елкой. Сомнительно, но посмотреть надо. О, на что это он спел песенку? А глубоко? Если я бы знал, так и знал бы я. Знал бы тебе. Таки да. О. Ну все, черлина. Черлина? Непонятно, да? О! Сейчас достанет. Только что Димка подкову достал. Хрен знает, здесь что угодно может валяться. Выкинул. Что это такое? Ох! Какая-то неведомая хрень. Идем дальше. Друзья, прикол, вот как бывает. Да, ехали целенаправленно, думали, что-то найдем. Сколько здесь по снегу откопали? Ничего. Вообще. Как будто заколдовано. Или день не наш. Или еще что-то. Сейчас вот я выбрался на поле. Ребят сейчас тоже выходят. Будем думать, куда переезжать. Потому что ходим 4 часа. Сигналов нет вообще. Так что сейчас нужно что-то будет придумать. Ну, в принципе, здесь есть запасные варианты. Сейчас посмотрим. Итак, с того леса перебрались чуть в другое место. Внизу овраг. Но овраг, как всегда, помойка, свозили туда. Сейчас вылезли наверх, на берег. Пряслица. А? Здесь, да? К концу края, к краю. Ну, сегодня, конечно, у нас коп очень тяжелый. Вон там какой-то сигнал у меня, хрен поймешь, что под корнем. Надо идти смотреть. Обещали грозу. Блин, кто по мне? Блин, сохран какой. Хороший, да? Ну, здесь песок. Короче, первый монитор за сегодняшний день. Да, коп, конечно, трэш. Да, сохран в песке. Чего удивляться-то? Смотрите. 1700, что? Отлично. Из-под корня. С корня кругом. Вон дуб растет. Ребят куда-то пропали. Ну что, остается только здесь лазить пока что. Там видно будет. Так, лазим по берегу оврага. По краю, да? По берегу.
пятачок. Ой, ранний, да. 21-й. Вот, там, смотри, а в империи здесь хуже сахара. Ой, у советов здесь хуже сахара. Да. Ну, он отойдет, конечно. Здесь пахота грубая. Вот. Пока лазим, сейчас гроза вон идет. Обещали сегодня после 12 грозу. Хоть ветерок поднялся, попрохладнее стало. Так, гроза нас вроде как минула. Туда сейчас пошла. Слава богу. Ну вот просто тут вообще заезжены. При жизни. Копеечка, Николашка. Жила-была. Но убита. А, у нас гроза все-таки начало нас чуть-чуть накрапывать. Привалки стоят. Сейчас придется пережидать в машине. Ну, видно, да, дождь? Еще одна монетка какая-то, не знаю, ну, судя по всему, деньга. Вода у Любы, потом посмотрим. Ну, что, народ, и третий раз мы переехали. Не, второй. Короче, в третье место. Оттуда нас выгнал дождик. Вилька, Вилька. Экранчик протереть. Тут нас выгнал дождик. Ну, в принципе, обещали грозу. Вот Димыч уже пробок накопал. Это современный накат идет. А вот там в низине была старая дорога, туда уходила. Сейчас здесь полазим чуть-чуть. Покажем. Нам в этом чего-то ничего не получается сегодня. Сегодня сложный день. Ищем новые места. Может быть, на перепашку вот на ту поехать. Сейчас посмотрим, что там было. То, что время еще есть. Продолжаем бродить по всяким интересным местам. Вывалился пропеллер. Согнутый насмерть. Да еще с эмалями. Рваный, да? Ну, он, да. Ах ты, бедный. То ж тебя так. Его так скрутило. Что? Ну да. Печаль. Печаль. Как? Но целый. Но согнутый. Оно, да, где-то вот надо. Папашник, конечно, охренеешь ходить, но интересно. Что такое не везет и как с этим бороться. Душечка. 69-й год позднее. Находок сегодня крайне мало, конечно. Вообще нет. Есть проволока, медь. Да, ну и ладно. Так, находились сегодня, посетили много мест. Но сегодня мега, конечно, неудачный день. Да, да, на цветмет. В этот, в пакет, в багажник. Потом уже чуть не улетел. А свинец туда же? Свинец нет. Ну, короче, вот вам все наши находки. Монет, ходячка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штучек тарыль. Ничего интересного. Ничего ценного. Но зато прогулялись. Прошли 5,6 километра. Вот. На этом, наверное, все. Прощаемся. До следующих встреч. Аппарат отбили. Пока-пока.